Медаль. Воин-интернационалист. Участник событий в Чехословакии, 1968 год. Награда вручается военнослужащим СССР, принимавшим участие в военной операции в Чехословакии, которая началась 21 августа 1968 года и положившая конец пражским реформам. Самый многочисленный контингент войск был выделен от СССР. Объединенной группировкой войск до 500 тысяч человек и 5 тысяч танков и БТР командовал генерал армии Павловский. На лицевой стороне медали помещены перекрещенные флаги СССР и Чехословацкой Советской Социалистической Республики. Вверху помещена пятиконечная звезда. Под перекрещенными флагами помещена надпись «Воин-интернационалист». По окружности виден четко выраженный кант. На оборотной стороне медали под пятиконечной звездой помещена надпись «Участник событий в Чехословакии». Ниже помещена дата 1968. Слева и справа полукругом под датой изображены дубовые и лавровые ветви, связанные в нижней части лентой. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт медали гладкий. Медаль с помощью ушка цельнолитого и кольца крепится к пятиугольной колодке, выполненной из алюминия. Высота колодки 49 мм, ширина 46 мм. Колодка обтянута лентой с красными, синими, белыми, серыми и бордовыми продольными полосами. Колодка имеет заколку для крепления на одежде. Вес медали вместе с колодкой 22 грамма, диаметр 32 миллиметра, толщина 3 миллиметра. Средняя цена 800 рублей.